все сказали да. Значит так, у нас первый факультет здесь. Здесь! Второй факультет здесь. Да! Третий факультет здесь. Да! Четвертый факультет здесь. Значит так, сейчас у нас 2 часа будет вот, ну, такая, как бы сказать, такой тренинг, да, который называется веревочный курс. У нас с вами сейчас на данный момент есть 6 станций. Я сейчас попрошу по одному куратору подойти к Тоне. Не слышно. Какой отряд? Третий! Третий! Один человек. Третий! Вот. Там играет одинчик. Если кто был на посвящении в маркет правкома, те знают, что это такое. Станция общагу все помнят. Вот. Вот этого человека все помнят, я надеюсь, на общаге. Общага. Общага. Вот. Сейчас весь отряд. Весь отряд. Ну мы играли в общагу, давай. Садится весь отряд вот так друг к другу, лучше девочка, мальчик. Плотно-плотно. Давайте. Ну, вот так, да, пока. Мы классные, добрые, активные, дружелюбные, позитивные. Молодцы. Давай, снимай. Костя, работаем. И прям, ноги вытягивайте, давай. Вытягивай руки, вытягивай. Так, быстро все, поднимай. Давай, ну что, вы родные. Куда пошли, Гришкин, скал? Да, конечно.
есть одна подсказка, но цена... Лучше халява. Халява. Найти может. Один человек. По-любому нам должно быть. Условия. Вообще-то говорить, все равно потом музыку нас не будет слышно. Да, в любом случае, чёрт. Можем делать вид, что говорим здесь что-то умное. Так же надо вот через верхний Дергинь. Гигантский есть? Гигантский там остался. Давай, самый большой через верхний. Шпионы! Тихо! Шпионы! Волосы подними. Серега, держи волосы. Руки, руки, аккуратно. Осторожно. Барный прапорщик построил всех. Иванов, я в Москве был? Нет, мудак. Петров, я в Москве был? Нет, мудак. Вот такая рука из ответа. Товарищ прапорщик, вы были в городе Бердище? Нет. О! Не знаю. Вы мужики такие грубые, вам нужен только секс. А нам здесь не занимали. Внимание, сейчас будет секс. И на этой абсолютической ноте, значит, мы слазим тут. Наш факультет! Чё, Кри? Кри! Не слышно, ты что раз? Да тихо. 3-4. Кри! Наш девиз! Факультет звучит наш круто, потому что крик повсюду. Мы кричим везде всегда, потому что да-да-да! Отлично, отлично, отлично. Рифма, под конец. Давайте, ребятки, рассчитайте на первый и какой там, 16 или сколько у вас, короче? 16! Сколько у вас, 16? 16! Ну, раз у вас 16, то вы легко... Не надо. Вы легко поместитесь в этот квадрат. Все вместе, давай. Чем бродить, друзья, по белу свету? Тем, кто дружен, нет нашей тревоги. Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ребятки, давайте, а теперь вот там в центре очень плохо людям. И давайте оттуда стрелять с самого центра, короче. Давай-ка я! Не надо! Входим или нет? Не знаю! Анекдот рассказывал. Блин, не качайте сверху! Тихо-тихо! Сверху? Давай, вот он я! Ребята внизу, а
анекдоты. Я бы что-нибудь показал, но только не могу. Давайте меня обнимать! Давайте, они. Рассказывай. Че мне по голове там? Песня говорит, белые идут. Он говорит, давайте береза лягу. Фрицы допекают, давай их долбить. Бери, бери. Да, давай. Не торопись. Тихо. Ребята, тут здесь осторожней. Тут листва. Вы не учли. Давай, вот сюда вот окно встань. Это ты Не торопитесь. Не торопитесь. Конечно, прическа ведь не будет готова. Я не понял, кто как идет. Стой, давай я сделаю держать. Ой, ну ты что, следующий? Тихо. Осторожней. Дошли. Не толкай. Ничего, листва. Подай игрок. А где пацаны все? Давай, теперь я сниму. Зачем? Я думал, где обзор. Не двигайтесь назад! Не двигайтесь! Стойте! Стойте! Зачем вы издеваетесь? Ой, да, я бедный человек. Не, я понимаю, но нам только по работе. Ирина, загадывай, что я. Что, маска, что? А, вот. Не, она подсматривает. Все хорошо. Жарко. Давай. Дайте, лайки. А моргать чаще будет. Давай, так делай, чаще моргать, короче, ничего не будем. Вот, Ирина. И проладить тебе дорогу. А вообще нет. А, все, последний человек, да? Да, да. Последний уже, уже последний идет. Какие вы молодцы все-таки, да, действительно. А у нас, может, он уже дошел? У нас просто нет. Нет, у нас последний. У нас второй круг уже, да. Ага. Идет последний. Да. Это последний. Давай, приходите. Да. Идет громко сказано. Да, она Машу. Да это не серьезно. Третий круг уже делаем. Все, девчонки, не плачьте. Не плачьте. Пойдем, все, пойдем. Держись. Ну не за меня ж держись-то. Я тебя не... Давай. Не, еще чуть-чуть. Тихо. Все, можно идти. Тихо. Ноговой, держи. Ребята, сейчас такой-то один человек, и Ирине уже все равно. И все, да? Ой! Я падаю назад вообще. Давай, ладно. Я тебе говорю, я ушел, ты зачем их кидал? Все, медпункт. Все, мы ее уводим. Девочка. Дошли! Друг перед другом построились, там сказали. Я бы не извинялся. Давай все вставим. Педагогов факультет ко мне пришел. Замечательно. Так, а сейчас мы все аккуратненько проходим и ставим вот на такое замечательное бревно. А вот вам ваш декан подсказал, мальчик девочка стоял, лицом ко мне. Мальчик. А, блин, вот здесь есть место. Вот, давай. Вы сюда двигайтесь, народ.
И между ними вставай. Дальше. С одного конца на другой. Каждый человек должен перейти. Поняли? А если вы наступаете на землю хотя бы одной ножкой, то начинаем все сначала. Так что если, допустим, пятый упадет, начнете все сначала. Определитесь, с какой стороны. Ребят, обратитесь, с какой стороны вы начинаете, и он туда же. И держитесь. Вот совет такой. Не можешь сзади а вот ваш господа деканы могут меня тут развлекать. Ребят, если начинаем, то никто не уходит, не вешает, кто начинает. Все, ребят, давайте тишину. Давайте тишину, иначе вы сами не пройдете. Так, давай. Ну, все будет хорошо. А я пойду по-другому. Да, раз. Господи, не второй. А, сейчас ногу убери. Не, когда был в тепле, мы все снимали. Каким образом? Нормально. Вот они, вот, смотрите носки, да, черные. Куда ты пошел? Прошла. Отлично. Давай.